Всем привет, меня зовут Роман. Компания Skype Production является производителем и поставщиком развлекательного оборудования, интерактивных и образовательных экспонатов в парке, музее экспериментальной науки, в парке игрового обучения. Кстати, мы очень гордимся тем, что мы являемся поставщиком самого крупного и известного в мире парка игрового обучения Kidzania. Экспонаты компании Skype Production в веселой, игровой и познавательной форме решают задачи в области науки, показывают суть природных явлений, показывают работу различных механизмов. И, кстати, мы наблюдаем такой устойчивый спрос со стороны крупных производственных и промышленных компаний, которые стремятся на своей базе организовать музей собственной продукции, который показывал бы историю компании, который показывал бы продукцию на разных этапах, как она делается, чтобы люди могли с этим повзаимодействовать, принять участие в производстве, оставить себе что-то на память. Это не только популяризует их продукцию среди населения, но и решает в долгосрочной перспективе кадровый вопрос. Это настоящий тренд, и я рекомендую крупным компаниям обратить на это внимание, и мы готовы в этом помочь, в организации музея. Наши экспонаты могут быть произведены в различных вариантах исполнения. Я объясню это на примере гостиничного номера. Если в гостиничном номере люкс отрабатывается каждая деталь, делается все то, чтобы с чем бы ни повзаимодействовал посетитель, он получил от этого восторг, то в гостиничном номере стандарт делается все то, чтобы принять как можно большее количество посетителей. И даже если что-то выйдет из строя или сломается, то расходы на замену были бы незначительными. И то же самое с экспонатами. Поэтому, когда вы присылаете к нам запросы, пожалуйста, поясняйте, какие цели вы ставите, где они будут находиться, на какую нагрузку вы рассчитываете, и мы составим вам оптимальное коммерческое предложение. И возвращаясь к компаниям, если вы хотите создать на базе своего предприятия музей, где бы люди знакомились с вашей продукцией, знакомились с вашим производством, то специалисты компании Skype Production с удовольствием вам в этом помогут, потому что у нас есть опыт в области проектирования средств развлекательных центров, музеев, музеев экспериментальной науки, парков игрового обучения. Обращайтесь к нам и становитесь еще успешнее вместе с командой профессионалов компании Skype Production.